Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта. Меня зовут Раиль, и именно я сегодня вас научу играть песню «О, Роза, Роза». Вот так вот. Классно, то есть. Сейчас слушаем отрывочек из моего кавера на эту песню, а полный кавер можете найти здесь и там. А потом приступаем к разбору сразу же. Поехали! На свете роза одна цвела, и ранней розой она была. Сорвать ту розу я был готов, но побоялся ее шипов. О, роза, 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 я закричал, зачем я, роза, тебя не сорвал? Зачем боялся я твоих шипов? Теперь пущу роз синий. Получилось, я уезжал и на прощание тебе сказал: о, роза, роза, дождись меня, вернусь тебе я, любимая. О, роза, 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 я закричал, зачем я, роза, тебя не сорвал? Зачем боялся я твоих? Рассмотрим аккорды нашей песни. Тональность песни, конечно же, ля минор, но я играю данные аккорды при помощи баре. Но для вас покажу на аккордах простых. Аккорд АМ. Следующий аккорд ЕМ. Следующий аккорд G. И снова АМ. Такие вот аккорды. Это аккорды куплета. У нас две строчки всего лишь в куплете. И бой у нас играется таким вот образом. Делаем удары вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. Дворовый бой. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. Аккорд ЕМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. Аккорд G. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. Аккорд АМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. И можно уже петь начинать. Но для того, чтобы понять, как петь данный куплет, я вам сейчас покажу мелодию, которую нужно петь голосом. Для этого берете каждую нотку отдельно и пропевайте. Ля, ля, на свете роза одна цвела, и ранней розой она была. Сорвать ту розу я был готов, но побоялся ее шипов. Дальше уже начинается припев, аккорды чуть-чуть меняются, и, конечно же, мелодия в голосе тоже меняется. Аккорд ДМ в припеве. G. ЕМ. АМ. ДМ. G. Вот дальше С. G. С меняется, откуда-то С появляется. G. Это вот это место. Так что, если вы умеете играть при помощи баре, играйте при помощи баре, потому что это звучит намного круче, потому что в третьем куплете надо будет играть очень классный бой, чик-чик-чик, который я сейчас покажу тоже. Ну, посмотрим, как петь припев, конечно же. О, роза, 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 я закричал, зачем я, роза, тебя не сорвал? Таким образом поется припев, теперь можно попробовать спеть уже боем. На свете роза одна цвела, и ранней розой она была. Сорвать ту розу я был готов, но побоялся ее шипов. О, роза, 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 я закричал, зачем я, роза, тебя не сорвал? Зачем боялся я твоих шипов? Теперь больше розы нет. В общем, уже все показал, осталось только показать третий куплет, если кто хочет играть данным боем, которым я играл.
Давайте покажу. Возьмем аккорд АМ и просто приглушим пока что струны. Ну, просто правой рукой посмотрим бой. Удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть... А потом уже будем зажимать аккорд ля минор, когда надо. В принципе, он всегда должен быть заблокированным, вот как сейчас слышите. Просто иногда будем нажимать и расслаблять пальцы. Получается, зажимаем, когда делаем удар вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Первый вниз, вверх в конце на звучащих, а вторые на блокированных. То есть... И ускоряем. Также на аккорде ЕМ. На всех остальных. Даю, друзья, вам один совет. Ищите розу на 20 лет. И рвите розу, и гните ведь. Пока тем розам 16 лет. Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Если он был полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на Хижину Музыканта. Еще многое предстоит нам выучить. Я вам желаю любви, успехов, удачи и до скорых встреч. Пока!